Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Редкун. Измена. Четырем ротам было приказано захватить две башни, мешающие нам наблюдать за городами ульями крюксов. Все четыре роты дезертировали. Выясните, что происходит вокруг этих башен. Начнем с колокольни. Смерть предателям. Смерть предателям, да? Такс, бонусы. Дай-ка я бонусы поставлю. Ущерб от всех минометных увеличивается на 7. Берем. Подготовка, ложим сигнал заброски диверсанта дирижабли. Ускоряется, это понятно. Энергетически, так, быстрее. Продолжительность контузии увеличится на 12%. Возьмем. Пусковые установки заряжаются на 5% быстрее. Как думаешь, нормально будет такой вот эффектус? Сражение. Это лазеры? Да, лазеры украдены у нас. На паузу. Ну и смотрим. Так, ну давай сюда, наверное, начнем бомбить. В первую очередь. Так. Сюда. Все пока по одной цели, да? Или не, или лучше по двум? Давай, наверное, сюда. Будем смотреть, как у нас все это пойдет. У него быстрее заряжается, кстати. Воу. Хорош. Так, подожди, вот эта штука у нас... Понятно. Так, пауза. Ага, пауза вот так вот нажимается. Просто разочек. Тогда надо... А что, у нас пока все норм. Оу. Слушай, мы вот эту сейчас штуку можем разнести, если мы сделаем, например, огонь. Зажечь ее будет вообще топ. Еще и оглушить с ней. А сколько их там? Раз, два, три, четыре, четверо. Так, слушай, идет пакость. Пакость летит к нам. Эх, не подбил дирижабль. Так, парень, тебе надо сюда возвращаться. Чё там опять-то? Опять к нам летит по нашу душу? Не долетел, хмырь. Ну вот тут же, пока не оглушенный, чё же вы не бомбите-то? Вообще было бы топово. Смотри, они там стоят оглушенные. Ой, хорошо, сейчас вот вообще, ребят, смачно, ты посмотри. Сразу побежали туши, и там огонь, все дела. Опа, мы ее вырубили, эту пушку. Так, здесь нормально. Давай тут починим. Так, они что там успевают, типа, сделать, что ли? Горит, горит, горит. Еще минус один солдатик. Так, ну я смотрю, он несет хорошие потери. Он несет очень хорошие потери. И, слушай, надо нам тогда... Нет, вот сюда, наверное, будем делать. Хотя нет, пока он оглушенный, надо сюда влуплять. Там всего лишь один человечек. Сгорел, он сгорел, ребята. У него не осталось людей. Ты знаешь, что это значит? Когда у него не осталось людей, это значит, что никто ничего чинить здесь уже не будет.
поэтому все вот сюда выставляем. Так, ну не забываем, конечно, наши оружие. Промахи. А ракета просто не успевает долететь. Да почему промахи-то все? Слушай, пацан, иди сюда. Встань сюда. Да ты посмотри, промахи и промахи, промахи и промахи. Эта пушка, ты куда бомбишь-то? Давай вот сюда, вот, наверное, бомби уже, в конце концов. Угу, у него загорелся, у него пожар. Это сгорит уже, все, ребята, это сгорит. Следующее давай туда, наверное, поставим. Цель. В хлам все это разнесем, это сгорит. Тут можно даже и не ломаться. А вот реактор нельзя, чтобы у нас взорвался. О, там сейчас тоже все сгорит у него. Так, слушай, надо нам тогда вот сюда бомбить. Да здесь уже можно обычными. Ой, подожди, вот. Да блин. Так, там тоже пожар, да, уже возник. Все, сгорит. Давай теперь сюда пару залпиков. Пару залпиков ему зарядим и все. И к чертовой бабушке его база тут взлетит. Просто на воздух. А так как ему больше бомбить некем. Самое главное, что мы подбили ему солдатиков. Вот это было вообще великолепно. Это было прям замечательно. Все были оглушены, и мы в этот момент их просто расстреливали. Все, если здание загорелось, то сейчас оно сгорит дотла. Причем довольно быстро. Ну, давай. Да догорай ты там уже. Все, ребят. Следующая цель — шпиль. Прекрасно. В плане, у нас сразу же следующая миссия идет. Стоп, смотрим. Нифига у него, раз, два, три, четыре, пять. Моя бы цель была бы, ребят, вот здесь вот, если честно. Я думаю, не надо объяснять, почему именно это. Потому что если мы сюда добьем, пробьем, то это будет сразу смерть для него. Сразу же смерть. Потому что если реактор взрывается, ну ты сам знаешь, к чему это приводит. И если, конечно, у нас получится все это. У меня очень долго что-то пушки как-то... Ну, прям вообще долго. И мы еще и промахиваемся. Так, пацанчик, нам надо здесь починить. Прям конкретно фигачат. Я тебе скажу.
Прям вот так вот жестко. Мы вообще, по ходу дела, не попадаем, да? Нет, мы попадаем, но почему-то я не вижу эффекта. Тут должен быть. Что? Чего? Откуда он взялся здесь, ребята? Это что за бред? Он откуда здесь взялся? Ну-ка. Ты видел, диверсант появился там? Короче, надо что-то другое делать. Не получается у меня пробить здесь. Ребят, как бы я ни старался, давай попробуем тогда вырубить вот это вот орудие ему. Загасить. Так, все вроде бы пушки и, наверное, 55%. Ну давай как-то так. Откуда диверсант появился, я так и не понял, если честно. Надо вообще-то зажигательные снаряды нам ставить. Зажигательный и оглушающий, да? Так, этому парню надо подлечиться маленько. Так, все готов. А оглушить, оглушить-то их, что не глушите-то, блин, чтобы они сгорели там. Пацаны, иди подлечись, а. Просто хочу уничтожить ему эту пушку. Давай туда бомбить. Вот, смотри, опять. Откуда он здесь взялся, ребят? Я не понимаю, откуда он берется, блин. Так, повторить. А мне можно как-то переделать мое здание? Нет? Осколочная бомба. Осколочную бомбу надо сюда бомбить, чтобы она сюда ударяла. Осколочная, зажигательная, световая. В общем, все сюда. Получается так. Я не могу понять, откуда там диверсант у нас берется. Пять пушек у него. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, у нас тоже пять. Пацан, тебе надо лечиться идти.
Ну вот же они. Вот, откуда это он взялся? Вот отсюда он, ребята, появился. Пу, настройки, да нет, настройки-то не то. Завершить. Так, не будем мы сбрасывать. Короче, ребята, нам надо переделать кое-что. Сейчас объясню, что. Если здесь появляется диверсант, а он появляется, нам надо будет тогда убирать кое-какую систему и ставить арсенал. Так, сервисы. Арсенал, вот он. Нет, подожди, это склад боеприпасов. Вот, вот он. Вот это ставить тогда придется вот сюда. Да в плане. Вот так вот. Это, друзья мои, для того, чтобы... Так, главный компьютер управляет всеми подключенными противовоздушными ракетами. Ага, все, я понял. Это нужно для того, чтобы если эти гаденыши появляются и идут на нас, они пойдут, как мы видели, чтобы мы могли дать отпор. То есть, чтобы у нас тоже был автомат и броник. Стоп. По старой схеме. По старой, ребята, схеме. Все это делаем. Уничтожаем вначале здесь. Ему все. Все, что только можно. Лишь с небольшой разницей надо будет здесь поджигать. Надо будет ему поджигать вот это все здесь, чтобы горело оно в аду. Единственное, что я не вижу, чтобы мы тут... У нас что, одна щелочка хлопнули, мне кажется. О, да. По-моему, нам тоже сейчас только что щелочка разнесли. Они восстановили ее, прикинь? Они просто взяли и восстановили здесь. Сюда никто не хочет идти, да? Во! Да с какого фига-то, блин? Я не понимаю, откуда здесь... Это действительно диверсант, ребята, был. Самый настоящий диверсант сейчас был. У меня осталось два человечка всего лишь. А сколько у него осталось? У него трое. У меня один. Повторить. Короче, пока мы не уничтожим вот эту фигню, вот именно эту, которая отвечает за всей системой обороны, нам будет хреново здесь. Нам здесь будет хреново. 8% всего, ты серьезно? Ну что, попробуем так? Ну все так просто и легко, ребят. Thank you.
Иди, 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 вставай. Как он долго в оглушении, ребят, находится, а? Посмотри. Иди лечись, стучит он там, стукачок, блин. Быстрее возвращайся обратно. Горит, горит, горит. Вот у него горит, он сразу же себе быстро потушил здесь себе. Моментально практически все здесь потушил. Да откуда ты взялся-то, а? Не, ребят, это бред. Ну бред это полный, понимаешь ты? Я думал, что он появляется только... Ну подожди ты. Сейчас разнесем тут все ему. Надо подлавливать именно когда людишки приходят, понимаешь? Когда людишки подбегают, начинают там тушить или еще что-нибудь. Все, ребят, это сразу, можно сказать, ему фиаско. Людишек нету, нет ничего. И вот выманить людей, мне кажется, это одна из главных наших задач. Выманить. Слушай, а у него, кстати, медсанчасти нету. Вот что я заметил. А медсанчасти нету, это... Для них это плохо, ребят. Да почему, блин, промахивается этот снаряд, когда он летит, блин, уже? Ну ёпрасы ты, блин. Есть, мы ему все-таки саданули, ребята. Вот, 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 вот. Видел, что он сделал? Все-таки расстреляли, успели, да? Успели. Давай, туши, туши, туши. Твою налево. А у него что? У него людишек нет, ребят. Нет, есть один. А что он там делает? Что он там приказывает? Что он там пишет? Сделать ее. А зачем мне сюда бомбить? Давай сюда бомби. И не обязательно разрывными.
чини. Это пускай сюда тогда бьет. А это вот сюда. Офигеть, там заряды такие. Осколочно-разрывными, ё-моё, тут даже думать не надо. Давай, 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 ребятушки. Так, мы ему еще одну пушку, да, уничтожили, получается. Так, переключаемся тогда вот сюда. Горит, горит, горит. Нейротоксином, чтобы он туда не забежал. Да, нейротоксин будет вообще самое то. Ну, последний, да? Нет, два человечка еще. Да кто ж бомбит-то сюда-то по старой этой? Ну, будет сегодня прогресс или нет? Но он же сейчас починит. Ага. Сразу убежал. Сразу же сдулся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, загорелось. Давай быстрее, туши. Туши. Он не успевает, что ли? Молодцы, успели. Есть. По-моему, сейчас мы ему еще одну пушку, ребята, вырубим. Вот эту вот. Пускай будет оглушающий снаряд, фиг с ним. Ну. Опа. Смотри, что опять-то? Я офигею, он меня так вот возьмет измором. Трындец, у меня осталось всего лишь двое. Чепушила. Так, я что-то одного не понял. Он что, успел починить, что ли? Вот это дерьмо свое починить он успел. Серьезно? Ну-ка, бомбим. Да куда эта пушка-то бомбит-то? Ёк-макрёк. Ага. Офигенно. У меня тоже один человечек остался где-то. А у него ни одного. Теперь, короче, все станет попроще. Смотри, куда он метит. Ты видел, куда он метит? Он в реактор мне бомбит. Так, зажигательные снаряды. Поехали. Yes.
Готово, да? Загорелось. Теперь реактор, мы просто взрываем и все. Все усилия на реактор делаем. Ой-ой-ой, тут огонь. Да ладно, ты не успевай, не можешь. Не, справился. Все, все, ребята, сейчас реактор. Я надеюсь, что у него реактор сейчас взорвется. У него там, смотри. Сейчас бомбанем, ой, бомбанем сейчас. Есть! Я не помню, я ему ядерный реактор взорвал. Какого фига-то? Так, здесь тоже уже передался огонь. И здесь все у него тут горит уже. Сейчас ушатаем. Сейчас пушку только починим. И эту пушечку тоже сюда же. Так, ты туда. Давай сюда же удар тоже. Е! Так вот где они прятались. Мои генералы неделями не могли обнаружить одну из разведывательных групп крюксов. А может, и не пытались? Грош цена, слова моих генералов. В конце концов, сегодня мы сражаемся с моим бывшим маршалом. Два погибших. Оу, ни шагу назад, шпиль. Повышение уровня. Тяжелая пушка Тайфун. Осадный миномет Талос-2. Тяжелый миномет Тартар. И центр управления обороной 2. Я доверяю только вам, командарм. Примите командование башни Шпиль. Это подарок. Вот это Шпиль? Ну-ка. Форты. Ё-моё. Форт с дополнительными солдатами и убежищами. Так. Форт с дополнительными вооружениями и более прочными стенами. Вот это я возьму Шпиль. Так. Я думаю, что сейчас будет весело. Ну что? О-хо-хо! Тайфун! И куда же мне ее поставить? Давай сюда. Нет? Она две ячейки занимает. Тяжелый миномет Тартар. Допустим. Так, с химоружием. Давай сюда. Так, нам надо еще с тобой оборону. Оборону обязательно надо ставить. Сделаем так и сделаем вот так. Или два лазера взять. Давай два лазера, наверное, возьмем. Вот. Плюс сервисы. Заживляющая комната обязательно. Дадим сюда посерединке. Так, ядерный. Вот сюда. Пороховой генератор. Даже не знаю. Центр управления. Еще две комнаты. Так, наверное, сделать и вот так. Плюс еще два оружия. Мы можем поставить осадный миномет. И Эми Бластер. А, не хватает энергии. Не хватает. Что делать будем, ребят? Не хватает мне. Но она бомбит, нифига у нее там. Да, она должна круто бомбить. Ну ладно, если попробуем немножко по-другому сделать.
Например, так. Вот, можно, кстати, вот таким вот образом. Ну что, попробуем? А, бонусы же еще, бонусы забыл поставить. Так, бомбардировку поставим. Ракетный обстрел, потому что у нас ракеты есть. Так, разгон. Ложного сигнала, заброски диверсантов и дирижабль ускоряется на 5%. Давай. Продолжительность контузии увеличивается. Ну что, ребят, попробуем вот такой вот штукой. Я иду за вами, командарм. Проклятие, межконтинентальная баллистическая ракета. Что? Ё-моё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы чё, серьезно? У него 6 стволов плюс лазер, блин. Давай, наверное, так сделаем. Плюс поджог. Да ёк-макрёк. Короче, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Пока так, ребят. Смотрим. Сколько у него человечков? Раз, два. Раз, два. Четверо. Слушай, по-моему, лазер мы сейчас... Ё-моё. Так, глушить надо. Да блин, промахиваемся. Что-то мне как-то людей всего четверо человечков. Всего четверо человечков. Воу-воу-воу. Да, радиация как бы вообще не в тему здесь. А там оглушенные у него стоят. Где у меня разрывные? Вот они. Ну. Эти сматываются. Шлепки, а. Хе-хе-хе, минус один. Слушай, тут у нас поджог, ребят. Родные, тушите, 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 тушите. Да потом мы это сделаем все. Так, ребят, тут нужно дирижаблик отправить к нему. А что он стоит, ждет-то? Что-то стоит, ждет, что-то не пойму. Ё-моё! Ты запарил, у него опять, ребята, диверсант. Переигрываем. И дирижабль мне нафиг не нужен. Дирижабль это... Так а можно мне изменить? Твою налево, как изменить? Настройки повторить. Может быть надо выйти? А, подожди секунду. Вот здесь, наверное, да? Да твою... Вот, вот здесь вот надо менять. Короче, ребята, дирижабль нафиг убираем. Или что, нельзя уже ничего поменять? Поменять-то как мне, тебе говорю еще раз, блин. Вот. Изменить.
Короче, вместо дирижабля я возьму арсенал. А это что, так и не понял. Так, пороховой генератор расходует боеприпасы и вырабатывает значительное количество энергии. Этот кочегар увеличивает выработку энергии на 4. Ну, допустим, ладно, пускай будет. А что у нас? Может быть, склад боеприпасов лучше взять? Вот так я, наверное, сделаю, ребят. Так, на паузу, поехали. С поджогом здесь, наверное, мы сделаем светошумовую. Здесь осколочную, вот сюда вот. Так, ракету вот сюда вот. Все, погнали. Надеюсь, от этого будет толк. У него еще, оказывается, тут ракета, блин, межконтинентальная ее назвали. Офигенно. Может, ты успокоишься, парень, а? Вот, смотри, они там как раз все твоих минусы. Двоих сейчас было в минус, ребята. Еще минус двоечка, ребят. А у него никого не осталось? У него никого не осталось, серьезно? Нет, есть, вон. Откуда они взялись-то? Да уходи ты, блин, я засмотрелся. Твою налево, блин. Блин, засмотрелся на карту, а у меня уже тут под газом, под ядом были все. Есть! Размазали мы его. Кочегар там фигов. Так, давай, знаешь, куда будем бомбить? Вот сюда. Минус еще один солдат. А у меня поджог, друзья мои. Успели потушить. Куда эта ракета полетит сейчас? Yes. Okay. Че, в ракете что ли сидел этот диверсант? Я так и не понял. Сейчас я ему устрою тут. Подожди секунду. Надо залечить, ребят. Так, минус еще одна комнатка. Ну, комнатка, блин, ты понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В шоке, блин.
Прям генератор, блин, в опасности. Мне кажется, что не слишком охрененно, блин, тут активировалось что-то. Ты посмотри, что вытворяет-то, эй! Что за фокусы-то? Я офигею, блин, до этого так не бомбили, на тебе, блин! Приплыли, все, ребята, сфилился. Они не охренели ли, а? Что случилось, блин? У него один человечек, он там начал так шмалять, как будто там, я не знаю, у него как будто резерв какой-то появился. Сейчас мы сделаем что-нибудь. Поехали, блин. Я офигею, он там начал бомбить. Ну ты видел, что он начал без остановки просто бомбашить. Помахиваемся. Но... Есть. Ну вот они, вдвоем. Ну, берите их тепленькими. Нет, блин. Просто им прослабление такое. Уйди. Пипец, просто чувака взяли, замочили. Угу, вот сюда, пожалуйста, бомбани. Ну, врежь ему. Этого надо убрать. Успеет залечиться? Успеем. Так, у меня уже, оказывается, пушку врубили. Просто в дребоданище. У него... Нет, у него есть еще людишки. Опа, опа. А вот это нельзя никак позволять. Медсанчасть. Быстрее чините медсанчасть. Сюда теперь. А чё пушки? А, понял я. Yes.
проблема заключается в следующем, ребята. У нас пульта управления нету по защите, поэтому в тот раз меня быстро замочили. Система защиты не работает. Еще одна ракета полетела. Куда? Да я даже не успел его убрать. Офигенно. Они сейчас сгорят у меня. Нет, нельзя так. Нет. Система защиты выбивает все. Хана сразу же начинается. Просто вырубает систему защиты и все. Поехали, короче. Поджог. Разрывные. Оглушительные. Так. Поехали. Да. Тут даже лучше не оглушительно, а лучше вот такая вот. Чтобы они сюда долго же забегать не захотели. Куда ты, чмо, в реактор-то бомбишь мне, в ядерный? Шикарно. Так, следующий, давай сюда. Чтоб на всю жизнь желание перебило им туда забегать. Иди полечись. И промахи, только промахи. Вот так вот. Так я, наверное, это сюда буду бомбить уже бомбардой. Ну, газовый, газовый туда бомбанить. Есть. Вот так вот. Ну, давай, в хламину их, пожалуйста. Хе-хе-хей. Щеглазадый. Ой-ой-ой, у меня что-то полетело там, ребята. По-моему, ракета. Куда она сейчас звезданет? Она бомбит в одно место. Центр управления ракетами. Защитой, точнее, не ракетами, защитой. Так, ну что у нас? Следующая цель. Давай-ка мы ему тоже там. Как он нам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Он, видишь, что делает? Где? Он вначале оглушает. Оглушает, а потом бомбит туда. Вот так вот и мы ему сделали. Нет, иди-ка лучше наверх сюда. Если сейчас получится вот эту штуку ему выбить. А нам получится ее, скорее всего, выбить. Это будет круто. У него не будет системы... Системы обороны работать. Вырубили. А, так у него... Нет, есть, есть человечки еще. Я думал, что мы ему... По-моему, теперь уже никого у него там не осталось. Сотка, сотка, сотка.
прямой наводки, ребята. Бомбарда, вот сюда, пожалуйста. Нет, тогда вот сюда. Единственное, что у него вот еще остается. И ракета готовится к бою. Надо зажигательные ставить. Есть контактиш. Давай сюда теперь. А ты вот сюда. Вместе вот с этой. Полетело чудо. Полетело чудо-юдо, ребята. И, наверное, в путь. Да? Ну, конечно же. Пункт управления она бомбит. Куда она еще может влуплять? Так, мы здесь подожгли. Так, парень, иди подлечись, маленькая. Ну, у нее там все горит, я смотрю. Красиво так все. Остались маленькие приготовления. Совсем малюсенькие. Последнее осталось. Ну что, а нет. Нет, у него еще тут пороховой этот, пороховое хранилище, или как он называется. Боюсь, что порохового хранилища у него больше нет. Есть! Ну, наконец-то, ребята. Ух! Погиб всего один. Ядовитые вещества испаряются на 25% быстрее. Я пытаюсь построить кое-что сам, но не могу. Зенитки Крюксов не подпускают мои грузовые дирижабли. Очистите территорию, командарм. Цель — надежно защищенная крепость, замок. Множество зениток. О, друзья мои, мы уже, наверное, эти будем зенитки и тому подобное уничтожать в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.